Базовая нутрицептическая поддержка, то, что вы можете пить на постоянной основе, либо прям, ну, D пьем на постоянной основе, магний пьем на постоянной основе, мультики можем делать небольшие перерывы, витамин С я все-таки рекомендую в небольших дозировках, но на постоянной основе, но если по каким-то причинам тяжело, пейте хотя бы 2-4 месяца, потом делайте перерыв, потом прием возвращайте. Витамин D принимаем в первой половине дня с едой, которая содержит жиры. Базовая дозировка 5000, ее я и включила в нутрицептическую поддержку.